девочке убежище. Она спрячется навек. Она спрячется, так спрячется, ни при чем твое жилье. И весь мир еще расплачется над запиской ее. Подними лицо, гроза еще громыхает там и тут. Дайте девочке пристанище, спрячется и не найдут. Смерть без глаз, обличи черное, как увидишь, так беги. Вся Голландия ученая, узнавать ее шаги. Злые люди ищут девочку, злых людей терзает зуд. Она переоденется, пострижется, не найдут. Она к мальчикам попросится, лихо выстрижет виски, в книжку ткнется, в сказку просится, от тревоги, от тоски. О, Голландия, Голландия, ты ковчег или ладья? О, тюльпана шоколадная, конька бешеная моя. Кто найдется, кто смелится против ветра, против зла? Вот и старенькая мельница девочку сберегла. Мне кажется, я — это Анна Франк, прозрачная, как веточка в апреле. И я люблю, и мне не надо фраз, не надо, чтоб друг в друга мы смотрели. Как мало можно видеть, обонять. Нельзя нам листьев и нельзя нам небо. Можно очень много. Это нежно друг друга в темной комнате обнять. Сюда идут? Не бойся. Это голос самой весны. Она сюда идет. Иди ко мне. Привет, Анна. Я Полина. Я знаю, ты слышишь меня. Конечно, слышишь. Ты слышишь всех своих читателей. Анна, это ничего, что я живу в 2019-м. У тебя нет на этом свете уже 74 года. Но мы ровесницы с тобой. Мне тоже сейчас 15. А тебе 15 будет всегда. Я познакомилась с тобой в твоей книге «Убежище». Я прочла ее на русском языке. И еще 66 народов читают ее на своем родном языке. Привет, Полина. Хотя мою воображаемую подругу звали Китти, она была придумана мною, потому что у меня не было подруги, которой я могла бы доверить свои мысли. Но вот твое имя и ты реальны. Реальны. Как и ты. Как и многие-многие миллионы других девочек и женщин-евреек, живших в страхе, замученных в гетто и лагерях смерти. Смотри, тогда, в 42-м году, эта книга не была так популярна. И тиража у нее такого не было. Экземпляр у нее был всего один. Это был мой дневник. Когда мне становится грустно, я вспоминаю о тебе. Мне снова хочется жить и радоваться. Анна, расскажи мне о счастье. Иди в поля, смотри на солнце, любуйся природой, ищи счастье в себе самой. Подумай обо всем прекрасном, что есть в тебе и в мире, и будь
И пока я могу видеть безоблачное небо и солнечный свет, я не смею грустить. Не смеешь грустить. Посмотри на наше небо. Сколько солнца! Оно безоблачно, в нем нет войны. Не грусти, Анна, не грусти. А тот, кто сам счастлив, может дать счастье и другим. Тот, в ком есть мужество и стойкость, никогда-никогда не сдается. И в несчастье. Анна, я обещаю тебе, что буду делиться счастьем с миром. А любовь? Любовь? Что такое любовь? Я думаю, ты не выразишь словами. Любовь – это понимание другого. Делить с ним счастье и горе. Неважно, невинные отношения или нет. Главное, что кто-то рядом. Понимает тебя и полностью тебе принадлежит. А вообще, об отношениях легче говорить шепотом, чем разглашать их всем другим. И вообще, нечего разыгрывать страдания, если тебе прекрасно живется. Дорогая Анна, дай совет всему моему поколению. Если ты сделала свою работу плохо и потеряла драгоценное время, сделай ее заново и приложи больше усилий. Если другие упрекают тебя за совершенные ошибки, обязательно исправь. Так можно оставить о себе лучшие воспоминания. Здесь собраны вместе письма, мечты, глазами женщины-подростка. Реальное лицо войны. Сухая правда Холокоста. Маленькая девочка в черном Амстердаме. Жизнь еще не начата. Жизнь еще не прожита. Что же с ней сбудется? Что же ждет потом? Жизнь еще не начата, но уже растоптана. Горькою судьбою праздник за богом. Ты осталась девочкой. Вернется плохой стороной наружу, хороший вовнутрь. И опять я буду беспрестанно искать средства, как мне стать такой, какой мне бы очень хотелось быть. И какой бы я могла быть, если бы в мире не было других людей. Здесь кончается дневник.